Кто-то из известных когда-то сказал, что вся наша жизнь – песня. И вроде бы он был прав, вроде бы он был мудрый, но, к сожалению, наша жизнь состоит не только из прекрасных нот и замечательных рифов. Иногда в нашу жизнь приходит беда. Я хотел бы сказать вам, что наш фестиваль организован в поддержку студентки нашего вуза, родины Елены, которая в данный момент в Германии борется с раком крови. В стенах родной альма-матер. Всем спасибо, кто пришли. Спасибо. Все было очень здорово. Передаю микрофон своего гитариста. Ну, а я Василий. Я вас приближу. Он вас принес. Было круто. Спасибо. Спасибо всем. Очень задумка, учитывая то, что в этом году он под эгидой того, что это благотворительный фестиваль, это здорово. И здорово, что есть ребята инициативные, которые что-то подобное делают, не боятся тратить свое время, не боятся как-то помогать друг другу. Пока есть такие люди, пока есть такие мероприятия, наверное, хочется верить, что есть в этом мире доброта и добрые люди. А мы Манго-папа, и мы классные. До встречи в следующем году, дорогие мои.